Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить The Last of Us, часть вторая. И мы прямо сейчас направляемся на поиски одной твари, которая принимала участие в убийстве Джоэля. Она где-то, по идее, недалеко от госпиталя, или в госпитале. Надо быть осторожней. Найдем. Найдем и... Как обычно, закрыто. И сделаем что-нибудь нехорошее, смотри. Я понял, что делать надо, да? Теперь я беду. Забираем там изолента. Что-нибудь еще? Да, тут много что-то припасов, реально до жопы что-то. Не, я как бы не жалуюсь. Просто что-то не было, а тут прям на тебе. Это хорошо, как бы, потому что хоть можно изготовить какие-то снаряды, там, я не знаю, коктейли Молотова, аптечки. Хоть что-то можно сделать, блин. И с этим порезвиться. Милый, я собрала вещи, но эти люди из Федора уже начинают грузить всех в автобус, а ты куда-то подевался. На всякий случай, я спрятала кое-что из своих вещей в сейфе. Может, это и лишнее, но говорят, что Федо конфискует вещи якобы из-за карантина. Все это мне очень не нравится. Код по-прежнему дата нашей свадьбы. Понимаю, это было 30 лет назад. Но ты ведь не забыл, правда? До скорой встречи, я люблю тебя, Эллен. Ну-ка. Медосмотр 30-летия. А, наверное, 08, 10 и 83. 08, 10, 83. Все правильно, да. Что у нас еще есть веселого? Давай посмотрим. О, карточка. Время охуительных историй. Звездный знак. Страшно даже представить, кто это. Смотри, тут и мозг, и сила 80, значит, это она, да? Настоящее имя Джан Лэй. 80-80, сторона общества защитников. Когда-то Джан Лэй был скромным музейным смотрителем, но однажды, изучая свитки династии Хань, с удивлением обнаружил, что духи древних китайских императоров даровали ему великую силу. Нихуя себе почитал, блядь, книжки. В зависимости от времени суток, Чану подвластна стихия одного из знаков китайского зодиака. Это может быть телекинез, пирокинез, аквакинез, ферокинез или арборокинез. Ебануться, я даже таких не слышал названий. При этом он получает... А есть такая фигня за пивком кинез? Водка кинез. Есть такое? При этом он получает все положительные и отрицательные черты действующего знака, что может быть как преимуществом, так и серьезной проблемой. Планируя встречу со звездным знаком, тщательно выбирайте время. Не повезло ему. Но с той истеричкой из прошлой серии он бы, наверное, подружился бы. Нет места? Серьезно? Чё можно замутить? Тут ничего не хватает, здесь не хватает. Тряпки, тряпки, тряпки. Но это надо либо аптечку, либо коктейль Молотова, понимаешь? По-другому никак. Пока ничего не вижу, давай выходить. Еще выше мы подняться не сможем, к сожалению, поэтому, ребята, просто уходим отсюда. Теперь, я так понимаю, нам нужно куда? Тут вроде мы все осмотрели же, да? Да, мы здесь все осматривали, я помню. Теперь нам, по идее, только в эту сторону нужно. Что-то, по-моему, я здесь был. Стоять, не в эту сторону. В другую. Это нужно куда-то. Не сюда. Не сюда. Сюда? По всей видимости, да. Да ёптись. Черт. Ну как обычно. Надо туда попасть. Вот так, можно это сделать? Да. Ладно. Ну конечно. Это же не просто так закрыто, да?
Тут нифига не видать. Я так понимаю, что-то вот там есть. Можно выкатить, наверное, да? Да. Осторожно, скользкий пандус. Ну да, здесь нет ничего. Нужно только открыть эту херню. Вот. Ага. Черт. Не так все просто. Но я знаю, что делать. Короче, смотри. Скользкий пандус. Это мы просто закатываем. Давай. Побежали быстрее. Все. Это было элементарно. Что там? Молодец. Осторожно, мусорные баки не ставить. Ну, это типа намек. Но мы-то сами догадались без намека. Все-таки мы не такие тупые с вами, да, бываем иногда. Я просто открою эти двери, мне так хочется их открыть. Все, и эту херню открываем. Мне просто бесит уже закрытые двери с другой стороны. Я скоро уже начну вставлять сюда фразы из Call of Cthulhu, понимаешь? Так что в ближайшем будущем Элли может заговорить мужским голосом. Вот это больница. Черт. Я думала, я ближе. Угу. Хер там плавал, да? Итак, Lake Hill Seattle больница. Кажется, это здесь. Ищи большую красную табличку. Ну, будем искать. Пошли. Тут вроде никого, да? Ну да, я никого не вижу. Но тут спуститься точно не получится. Ничего. Херово, херово. Но есть одна идейка. Вот такая вот. Тихо, стой! Я тебе, блядь, говорил, стой! Не слушаешь ты меня, блядь. Пиздючка мелкая. Давай еще раз. Нам, короче, вот так. Потом вот так вот разгоняемся. Типа, ой, ёбиду-биду! Да. И вот так вот вниз. Ну, здесь ничего. Пусто. Вонища какая. Видимо, кто-то умер, да, здесь, я так понимаю? Или скоро появятся зараженные? Ну, хоть что-то веселое будет. Если это так, конечно же. О. Так, я знаю, блядь, этих зараженных. Вроде никого. Сраный пес. Так тебе и надо. Можно аптечку. Черт. Вашу мать. Ну еще и, блядь, фонарик, конечно же, блядь, погас. Как же иначе быть могло? Так, иди сюда, я тебе на бутылку насажу. А? Ну что ты, сволочь? Просто превосходно нам сюда, я так понимаю. Ёб твою мать! Сталкеры. Да. Черт. Мы их помним. Надо отсюда выбираться.
Так, давай думать. Что мы можем сделать? Сейчас эти петухи будут нападать из-под тишка, я так понимаю. Как обычно, да? Черт, как мне выбраться? Тихо-тихо-тихо, смотри внимательно. Перезарядка. Бутылку. Ну, кто первый? Кто хочет Балтику семерочку, а? У меня свежая. Горлышко протерли. А? Что-то еще можно сделать? Да. Коктейль Молотова делаем. Тут ни хрена, кроме грибов. Ну где же ты? А? Кто у нас тут самый смелый? Тихо, минус один. Смотри внимательно. Где же ты, сука, а? Мне нужна еще одна бутылка. Ни хера себе! Где ты, сука, выходи, ну? Здесь, пошли! Да, блядь. Много здоровья потерял. Я просто не ожидал, что их здесь такое количество. Я думал, что это все были, которых я видел. Типа, больше все не будет. Но я ошибся, к сожалению. Ладно, бутылка опять здесь. Горлышко протираем. Сейчас быстренько делаем вот так. Собираем все, что плохо лежит. Все нам пригодится. Вы это прекрасно помните. Где еще? Иди сюда, сука, давай! Хорошо было, дальше. Вроде тишина. Блять, сзади загрызла, падла. Ладно, еще раз давайте. Сука, мерзкие мудаки, блин. Подкрадываются все время, откуда их, блять, не ждешь. Так, ладно, еще раз. Ну, блин, побольше бы бутылок, и было бы замечательно, на самом деле. Так, давай, сука, выходи. Ну? Не, стой! Беги! Где-то еще есть. Все? Нет, не все. Есть еще, падла. Да. Иди сюда, иди, иди. Я тебя убью руками. Возможно.
Там что-то есть? Нет, ничего, пошли дальше. Ну, вроде пока никого не видать, но я знаю, что они здесь точно есть. Поэтому нужно внимательно слушать и поменьше пиздеть. Так. Не, вроде никого. Пойдем дальше. Сколько их там еще? Вот что мне интересно. Блять, их дохуя. Текаем. Беги. Ой, блять. Есть еще одна тварь, давай. Сука. Ух, что-то жесть. Давай, давай, присаживаемся. И все же здесь я сделаю опять же молотов. Ну, потому что у меня нет ничего вообще, блядь, похоже. Только одна стрела. А есть такая тема. Вот так. Как мне отсюда выбраться? Все, да, тишина. Ладно. Ну, самые мерзкие твари. Просто мерзкие. И что-то мне кажется, сталкеры все же были какие-то не такие, блин, охуевшие в первой части. Че еще можно замутить? Типа новую стрелу, я так понимаю. Ну ладно, я этого делать не буду. Пока этого достаточно. О, еще есть аптечка. Сейчас соберем материал и тоже еще одну аптечку замутим. Я думаю, лишней она точно не будет, да? Так что потеребонькали. Подожди-ка, походу я вернулся обратно сюда. Не? Я здесь был с этой стороны или не был? По-моему, я здесь не был. Нет, не узнаю. Много просто похожих мест. Это же офис. И очень легко заблудиться. Вот смотри, хоп. Да, я здесь был все-таки. Угу. Ничего. Тут пока тоже ничего не наблюдаю. Вон что-то есть, смотри, да? Нет, нифига тут нет. Ну, как обычно, блин. Так, это серверная. Показалось, там кто-то есть, короче. Думал, что-то башка. Кого-то насилует. Ну, ладно.
И чё дальше куда? Не совсем понимаю, на улицу? Да. Опа. Река. Мы уже близко. Это замечательно. Тут нет ни хрена. Ну давайте пробовать. Смотри, мы можем сюда залезть? Нет! Надо было наверх подниматься. Да ёб твою за ногу. Так, спущусь на улицу. Ну тут, видимо, не все так просто. Да? Потому что что-то много грибов, блядь. И у нас тут тело. Это сразу настраивает на какой-то не такой лад. Там кое-что упустил. Да, слышу, тут, блядь, уже щелкуны и вообще весь набор. Заебись. Во, зашли на огонек. Ну есть еще же, да? Бутылка. И еще, да блять! Нечем отбиваться. Вон аптечка была, но это не то, чем можно отбиться. Да ёб твою мать, а, ну сука, ну ты понимаешь. Так, давай еще раз. Все. Ну чё вы, суки, а? Все нормально, жить будем. Ладно. Надо идти. Согласен с тобой. Вот тут еще одна бутылка была. Надо было последнего на нее насадить. Но не вышло. К сожалению. Должен же где-то быть выход. Блядь, да вы что издеваетесь нахуй? Я даже не заметил кнопку, что-то продуплил, блядь. Ой, пиздец, и откуда начинать? Благо, здесь был чекпоинт. Ух ты ж, блин, а?
Сиэтл. Да вообще, пора валить, короче, да? Давай не будем тянуть с концовкой и просто свалим. Как ты смотришь на это, Элли? Тут нет ни хрена. Так, какие у нас варианты имеются? Давайте смотреть. Мне, по идее, нужно вот туда, я так понимаю. Но как добраться, я не совсем понимаю. А, вот, смотри, что-то есть, да? И какие-то припасы. Что-то можно сделать? Да, и еще давай, наверное, дымовую сделаем. Пригодится. Тебе кранты. Ни хрена себе, конечно, оторвался, блядь. А что здесь делать? Подожди, это просто была типа секретка? Я так понимаю. Тут я точно не проплыву уже, правильно? Слушай, наверное, там нужно было нырнуть, точно. В большом зале. Пошли? Поплыли, точнее. И что у нас тут? Вы что-нибудь видите? Странно как-то все. Нифига здесь нет. Смотри по сторонам тогда. Тут тоже ничего. Тут никак. Ну смотри, есть еще, говорю, один вариант. Это вот сюда залезть. Вот так вот, сюда. Потом сюда, потом наверх. И вот, да, понял. Что-то сразу не заметил. Сейчас посмотрю, есть ли ресурсы. Нифига, пойдем. Заберите меня отсюда. Ты погромче кричи, чтобы тебя точно все услышали, Элли. Чтоб уж наверняка. Ладно, где я хоть нахожусь? Скорее всего, мы уже в клинике, я так понимаю, да? Ну, потому что нас унесло далеко вперед. Я думаю, что мы как раз-таки рядом с ней. Пионер Сквер Стейшн. Наверное, да? Так. Я здесь... А больница вот тут. Это куда-то вот туда? Через парк. Что-то это не лучшая идея, потому что здесь должен быть маньяк. Какой-нибудь там сталкер. Настоящий сталкер, понимаешь, да, о чем я? Тут, наверное, нужно врубать все песни Мумитроля, да? Чтобы было атмосфернее. Это что такое? Так. Что за свист? Ща погодь, что-нибудь есть тут? Нет, ничего не вижу, залезаем. Блядь! Ах! Да что так громко-то, блядь?
Ебать, кошка, блядь, аж, блядь, дернулась. Я тоже. Да заебали нахуй так громко делать, ну это ж пиздец. Черт. Какого хрена? Ну, блядь, шепчущие, слышишь, блядь, начитались ходячих. Реально, это, ну, шепчущие, блядь, похоже. Вы же понимаете, что вам пиздец, ребята? Вы понимаете, что куда вы вообще вляпались? Тут, блядь, боевая лесбиянка, нахуй. Это ж пизда вообще. Тихо. О, еще стрела, хорошо. Ух ты, ёб, нихуя себе. Что-то как-то она резко ударила, даже не успел увернуться. Ладно, хорошо. Сейчас их загашу, но, по-моему, их всего трое. Идем. Черт. Какого хрена? Я сохраню все-таки. Давай лучше их по стелсу перережем. Да я думаю, так будет лучше гораздо. Сейчас ждем. Все, не двигайся. Не смей. Давайте стрелу. В этот раз стрела не упала. Сели, ну, блядь, сколько можно так долго всех убивать? Получай. Схватила, блядь, и убила, все, конец. Чё ты тянешь, да там режешь, там еще, блядь, глотку полчаса. Тихо, блядь. Тут еще есть. Тишина. Давай, наверное, приляжем. И где-то падла. Но пока вроде меня не видят. Да ёб, он здесь что ли был? Так, давайте еще раз, наверное, ребята, и чтобы по стелсу в этот раз. Какого хрена? А что если мы поднимемся наверх сначала? Как вам такой вариант? А, блядь, стоп, ничего-то не так тут. Давай ты сейчас не будешь комментировать, хорошо, каждое убийство, пожалуйста. Может, ты выдаешь свое местоположение, блядь. Ёптись, она идет сюда.
Падай, падай, падай. Да ложись ты, блядь. Там еще одна тварь, где, блядь? Сейчас, может быть, улучшить еще. Я могу что-нибудь улучшить еще? Сейчас, секундочку. Вон, вижу его. Или ее, не знаю, кто это. Нынче сложно с этим. Тихонько, тихонько. Смотри, смотри. Справа. Их двое еще. Тут их дохера. Смотри внимательно. По сторонам. Слева есть кто-то. Вижу раз. Нужно загасить того, который в той стороне. Я просто видел отсюда, поэтому я знаю, что там кто-то есть. Понятно, как обычно. Вот им делать нехер, понимаешь, кишки выпускать из людей и вешать их, блядь, на что-нибудь. А куда ты пошел? Можно спросить? Тихо. Вроде тихо, да? Не вижу. Но здесь точно кто-то есть. Дай. Вижу уже там чью-то бошку. Судя по всему, та башка, которая сейчас получит от меня, да? Но, по-моему, эта тварь здесь не одна. Я прям более чем уверен в этом. Ну, по-моему, есть еще. Еще. Я помню, там девка была. По-моему, с той стороны. Дайте, блин, кто-нибудь там, я не знаю, что-нибудь. Стрелу там, например, или еще чего. Вы же все, сука, со стрелами ходите, а? Или вы при падении их просто все ломаете внезапно? Что-то есть. Я там что-то вижу уже, но... Вот, да, вижу, вижу, вижу. О, кто-то серьезный, смотри, какая херня там в руках. Давай, 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 давай. Тут вроде все, загасили, да? Не, заменять ничего не буду. Тварь. Потому что смысла не вижу. У меня лучше так-то холодное оружие. Боже, это и есть шрамы. Неважно. Все. Больница. Попробуйте только повесить нору. Так, эта дорога ведет к больнице. Ну пошли. И вот так, в принципе, норм. Ну типа самый обычный стелс, если честно. Такой я в Metal Gear просто видел, блин, дохерища раз. И там было это на самом деле в разы лучше все-таки. Никто до сих пор Кодзиму не смог перегнать в плане стелса. Вот просто никто. Прям как точно в глаз зарядили ему. Опа, смотри, что тут у нас. Шрамы, черт бы их побрал. Не забывай, зачем ты здесь.
Замена. Да пофигу, у меня-то улучшенная, поэтому не буду ничего менять. Мне нужно пробраться за ворота. Проход в больницу, карантинная зона. Тут, надеюсь, никого нет. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Я думаю, что они здесь. Серафиты, я имею в виду. Там еще изолента была, я ее взял тоже. А можно съесть? Там последний батончик. Которому 25 лет. Так, к слову. Там, похоже, голуби, да, суки? Ненавижу голубей, блядь. А еще я больше всего ненавижу чаек. Сука, чайки, это, наверное, еще страшнее голубей, блядь. Такие же пидорасы, блядь, только хуже. Так, дюпельгангер. Ёб твою мать. Что это за херня? А, настоящее имя неизвестно. Никто не знает, откуда взялся этот странный гуманоид с белоснежной кожей и желтыми глазами. Но он способен принять форму любого существа по вашему желанию. Условие только одно. Он должен коснуться того, в кого ему нужно превратиться. Сходство будет почти безупречным. Лишь присмотревшись, вы сможете заметить странный желтоватый отблеск в глазах. Если ваш друг зачем-то надел солнечные очки пасмурным вечером, будьте начеку. Он может быть долбоебом. У меня еще глушитель есть, кстати. Надо об этом не забывать. Потом как-нибудь его использовать все же. Я так понимаю, что я не смогу проверить, там есть дырка. Нет, мне кажется, они не запаривались. Так как, опять же говорю, присмотреться-то особо нельзя. Ну, вроде все, да? Ничего же не упускаю. Оттуда я пришел. Ну все, пошли. Благо, хоть одна дверь оказалась открытой, блин. Подожди-ка, а можно выше подняться? Вот что мне интересно, там же есть лестница, почему бы нет? М? Открыто, удивительно. Тут все они забили палками. 300, ну конечно, тут все в принципе понятно. Нам нужно вот сюда. Сразу открою, на всякий случай, вдруг кто-нибудь нападет, чтобы я мог скрыться. Тому, кто найдет эту записку. Моя жена Пейдж ждет меня в старом конференц-зале на углу Пайк и Конвеншн, прямо через дорогу от паба. Пожалуйста, передайте ей эти лекарства. Она беременна и может без него умереть. Я собирался сам отнести его, но потерял слишком много крови. Я бежал через лес, услышал свист, а потом мне в бок вонзилась стрела. Я спрятался здесь. Кажется, пока я в безопасности. Хуже уже не будет, верно? Начинаю замерзать. Наверное, надо было из больницы еще и крови для переливания прихватить. Глупая шутка, понимаю. Она подтвердит, что мои шутки всегда были глупыми. Если найдете Пейдж, скажите ей, что я умер с миром. Скажите, что я желаю им долгой счастливой жизни и что я ее люблю. А если родится мальчик, пусть ни в коем случае не называет его в честь меня. Мы ведь уже выбрали имя. Саймон Викерс. Он здесь лежит уже, я не знаю, хер его тучу времени. Вы посмотрите, он разложился просто. Я не знаю, сколько он здесь. Я так понимаю, что серафиты уже херову тучу времени этот лес сторожат, что ли? Ну что за бред? Я не верю в это просто. Вообще они, может быть, недавно только появились. Или там целый год патрулируют. Что они там патрулируют целый год? Что-то, я не знаю, что-то как-то странно. Не верю я. Разрушается, понимаете? Разрушается мир, который строят разработчики. Начинаешь задавать вопросы, и все рушится моментально. Вот я о чем и говорю. То, что так быть не должно, ребята.
У меня лично просто мир разрушается, как только я начинаю задавать вопросы. А, не сюда. Сюда. Федора, больница, центр медицины катастроф. Тут можно пролезть. Пожалуйста, не надо! Зараза. У Айзека есть план, я вам расскажу. Только... А я это видел. Слушайте, они полны греха. Меня заставили. Так пусть не надо. Знают они мою любовь. Нет, нет. Господи. Теперь он свободен. Теперь он свободен. Найдите оставшихся. Да направит нас она. Я так понимаю, что в бой лучше не вступать, я так понимаю, правильно? Ты слышал, что сделала Лили? Слышал, стыдобище. Но я не удивлена. Ну а сестра-то? Я был в шоке. Мне мать жалко. Она должна была почувствовать, что что-то не так. О чем именно речь? Непонятно, непонятно. Видимо, расскажут потом, да? Ну, я так понимаю, что не обязательно убивать их всех. Я думаю, что можно обойти. Еще одна! Блядь! Теперь синяя! Ребят, одну очередную секцию со стелсом я сейчас уже не выдержу, потому что, блин, уже все, хватит. Уже две серии подряд записываю, поэтому с меня довольно. Спасибо, что смотрели, продолжим проходить в следующей серии уже тогда. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписывайтесь на канал, на Telegram, Facebook, Twitter. Подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции на второй канал. Подписывайтесь, там записи трансляции выкладываются, если вы их пропустили. И на третий канал, ребят, подписывайтесь, там скоро будут ролики про игровую индустрию. А на сегодня все, всем спасибо, всем пока. Yeah.